Сделал вид, что не заметил ДТП водитель Матиза в Кирово-Чепецке. Сначала он нарушил правила, потом получил удар, а затем скрылся с места аварии. Почему и как это произошло, в рубрике «Видеорегистратор» сегодня в ней заметное видео уходящей недели. Придал дополнительное ускорение Матизу водитель машины с камерой в Кирово-Чепецке. Нарушитель на малолитражке поехал на запрещающий сигнал и получил удар в бок. После такого ускорения останавливаться виновник аварии не стал и скрылся. Возможно, он был пьян или без прав. Решил полихачить на путепроводе водитель 14-й. На улице Ивана Попова он резко перестроился направо, потом дал газу и в этот момент открылся капот. Ну, шушлайки свои. Конченые. Что это у него? У него капот открылся. Я думала, что это такое? После инцидента водитель остановился, а владелец регистратора предположил, что после удара у гонщика треснуло лобовое стекло. Авария едва не произошла на улице Московской. Вечером водитель Дастер поворачивал во двор и не убедился в безопасности маневра, а в правом ряду ехал универсал. Снежной волной накрыла машину с камерой в поселке Вахруши. Водитель планировал выехать на дорогу и получил удар в лобовое стекло. Оно в итоге треснуло. Как выяснилось, в поселке до сих пор убирают снег, как на трассе. КамАЗ со скоростным отвалом периодически нагоняет волну. По словам автора видео, от такой уборки едва не пострадала женщина с ребенком. Они шли по тротуару, а снег вперемешку с камнями разлетался на десятки метров. Рассеянная девушка едва не попала под колеса машины с камерой на улице Карла Маркса. На повторе видно, что девушка задумалась или слушала музыку. Она была где-то в своих мыслях, но не на улице. Снежный привет передал водителю 14-й шофер на БМВ. На улице Герцена ладовод закрыл проезд к офисам и ушел в ресторан. Очевидец на черном кроссовере решил его воспитать оригинальным способом. Возможно, это было предупреждение. Если ситуация повторится, вместо снежка будут другие предметы. Михаил Вагин, место происшествия.